Новый проект запускает Центральная библиотека. Это электронный краеведческий интернет-ресурс «Вкус ягоды Ямальской». Напомним, эта книга издавалась библиотекой на протяжении 14 лет. Инициатива отмечена в конкурсе «Формула хороших дел» компании «Сибур». Новый проект реализуют на деньги гранта. У сотрудников библиотеки есть и другие идеи. У нас возникла вот эта вот еще идея отрисовывать рисунки на графических планшетах именно по произведениям ямальских авторов, именно тех, которые опубликованы у нас в альманахах, и потом перепечатывать все это на футболки и дарить вот тем самым людям, авторам этих рисунков, эти футболки. Ну, как бы пытаемся дать новый толчок, новый импульс, чтобы заинтересовать молодых пишущих авторов. Может быть, кто-то пишет давно и еще до сих пор не с нами. Вот мы хотим хоть как-то их привлечь и сказать, что, ребята, вы нам очень нужны. На деньги гранта Центральная библиотека приобрела сублимационный принтер, термопресс и графические планшеты. Как они работают, гостям мероприятия показали на презентации проекта. Так, на футболку нанесли логотип проекта «Морожку». Я думаю, в дальнейшем времени можно будет реализовать эту новую услугу для напечатания того же самого мерча, какого-нибудь своего собственного, ну, создания, либо прийти к нам записаться в Digital Art и создать свой собственный логотип с помощью специалистов и научиться пользоваться программой Adobe Illustrator. Ага, то есть это какой-то новый кружок появился, да? Да, у нас недавно открылся кружок Digital Art, где любые, так сказать, жители города могут научиться делать векторные изображения, да и не только. На презентации в библиотеке выступил один из авторов произведений о Ямале и нашем городе Богдан Федориев. Он порадовал гостей мероприятия авторскими песнями.